соседи, найти компромисс. К одному старцу за благословением на брак пришел молодой юноша. И вот старец решил испытать его. И спрашивает у этого юноши, что ты ищешь в браке? Ты хочешь, чтобы тебя любили? Юноша отвечает, да. Тогда старец советует ему, не женись. И снова вопрошает старец, что ты ищешь в браке? Ты хочешь, чтобы тебя слушались? Юноша отвечает, да. И старец советует ему, не женись. И снова вопрошает старец, что ты ищешь в браке? Ты хочешь, чтобы тебе служили? Юноша отвечает, да. Тогда старец советует ему, не женись. И вот этот юноша выдержал и спросил, «Отче, а когда же мне тогда вступать в брак?» И вот старец дал ему такой совет, «Если ты хочешь кого-то любить, тогда женись. Если ты хочешь кого-то слушаться, тогда женись. Если ты хочешь кому-то служить, тогда женись». То есть, если вас, в вашей семье будут отношения построены на таком принципе, ваш брак будет крепким, и ваша семья будет крепкой, и у вас будет радость в вашем доме.